В конкурсе творческих работ приняли участие 17 человек, которые рассказали о своих семьях и о том, как выбор профессии стал доброй традицией на протяжении нескольких поколений. Конкурс организован членами правления Ассоциации выпускников НИУ БелГУ. Целью такой инициативы является развитие преемственности поколений, выражение общественного признания представителям разных поколений за вклад в развитие образования в ВУЗе, формирование позитивного имиджа, высокой академической репутации и престижа НИУ БелГУ, а также содействие раскрытию творческого потенциала участников. Жюри выделили работу Алексея Понеделка о династии педагогов, общий трудовой стаж которых превышает 210 лет. В династии на данный момент насчитывается 9 человек, связавших свою жизнь с преподаванием. Стоит отметить, что педагоги есть как по мужской линии фамилии, так и по женской. Своей династии я хотел бы выразить огромные слова благодарности своим родителям прежде всего, потому что они никогда не подталкивали. Они всегда давали нам с братом сделать свой личный выбор. И я все-таки очень рад, что свой выбор в этой жизни я сделал самостоятельно. Также была отмечена работа Виты Борозенцевой, которая рассказала о преемственности медицинского дела в своей семье. Работа Виты Алексеевны связана с гигиеной полости рта, что важно не только для здоровья, но и для сохранения красивой открытой улыбки. Я очень рада, что принимала участие в конкурсе «Преемственность поколений», что получила это благодарственное письмо, что профессия, которую я выбрала, что она ценится, и то, что мой сын тоже пошел по моим стопам, что он врач. В этом году конкурс проводился впервые, но принявшие в нем участие работы отличаются высоким уровнем. Выбрать победителей было непросто, но организаторы надеются, что в следующем году конкурс соберет еще больше участников. С большой гордостью хочу отметить, что наши выпускники, наши студенты приняли активное участие в этом конкурсе. Были представлены работы, все работы были очень высокого уровня, достойные. Каждая работа уникальна сама по себе. Перспективы дальнейшей деятельности и развития этого конкурса мы видим в следующем. Издадим электронный сборник работ, который поможет нашим студентам в профессиональном самоопределении и внесет большой вклад в духовно-нравственное воспитание студентов.